Спонсор видео – магазин zakazaka.com. Уже сейчас на Zakazaka вы можете оформить предзаказы с большой скидкой на Risen 3 Titan Lords с тремя бонусами и King's Bounty – темная сторона. А также, конечно же, раздача игры The Forest – поспеши участвовать. Ссылочки в описании под этим видео. Привет, друзья! Это The Forest версии 0.0.5. А вот сразу идет включение, типичная такая ситуация, да, мы летим, наш сын рядом, и вот непонятно, какое-то оранжево-красное, не знаю, может, мы в ад летим уже прям. То есть надоело летать уже там над лесочком прямо туда в котел куда-нибудь залететь бы, в ад самостоящий. В общем, разработчики поработали над освещением, не знаю, теперь вообще ни хрена не видно, просто темень. Какой-то дым красный, ребят. Честно сказать, я когда первый раз включил, не понял юмора. Я даже переустановил игру, переустановил драйвера на видеокарту. Но, посмотрев некоторые ролики на ютубе, понял, что, видимо, проблема очень частая и встречается чуть ли не у всех и каждого. Но, тем не менее, я приветствую вас, это версия 0.0.5. Хорошего добавили тоже много, и нехорошего, естественно, тоже. Первое, что мне не понравилось, вы можете видеть, что какие-то мерцания появились. Например, над головой этого аборигена наверху, где вот эта вот лампочка разбитая, очень странное такое раздражающее мерцание. Оно также встречается и в других местах в игре. И сегодня я вам это все постараюсь показать. Вот сейчас увидели, как прорисовалась природа. У меня такого не наблюдалось лично раньше, в такой жесткой ипостаси. Так, давайте заберем все, что тут есть. Как можем видеть, стало ярче. Вот первое, да, что бросается, вот очень яркое вот это полотно красного цвета. Яркие цвета, то есть игрушку разрабы сделали поярче. Мы подняли педометр, в нем теперь помимо шагов, сколько мы прошли, отображается текущая температура, где мы находимся. Это 37, я так понимаю, и 25 там написано, да? Ну, я не думаю, что температура тела у нас 25 градусов, это было бы очень странно. 37 вполне может быть, кстати. Так, и 70 ударов в секунду у нас с вами бьет сердечко. Ой, секунду, господи, 70 ударов в минуту, скорее всего. Что-то я совсем уже с этим Форестом начал такие загонять мансы-шмансы. Хорошо, взяли все, что надо. Давайте посмотрим, что же у нас тут. Ничего не изменилось. Касательно нововведений, добавили лук, добавили стрелы, добавили факел и добавили, конечно же, целебную припарку. Целебная припарочка — это алоэ и цветки календулы. Хорошо, ребят, сейчас посмотрим. Привет, мадам. Она, по-моему, не изменилась, как была, мертва, так и осталась. Хорошо, ребят, выходим. Выходим, и первое, что хочу заметить, не знаю, видно ли вам, но, например, если смотреть вот на деревья и двигаться, то как-то для глаз неприятно. Они поработали над цветом и сделали это не очень хорошо лично для меня. Не знаю, как вам, но мне, честно говоря, такие вот графические нововведения не очень нравятся. Хотя, судя по отзывам друзей, они говорят, что якобы нормально, ты знаешь, Олежек, все четко, все прекрасно стало. Но, видимо, Олежек настолько эстет, что для него эта красота как-то уже не красотой не является. Так, хорошо, давайте не будем заглядываться, побежали дальше. Значит, смотрите, первое, что писали разработчики версии 0.0.5, это лук. Палка, ткань и веревка. Нам нужны палки, собираем это дело. Ткань можно найти, в принципе, во многих местах. Вот, например, вот в этих чемоданах в изобилии просто ткани бывает. Помимо этого, исправлена анимация смерти врагов. Аборигены больше не застревают спрыгнуть с дерева. Слава богу. Аборигены будут обходить препятствия на их пути, чтобы предотвратить застревание в объектах. Так, это я взял, вот это давайте еще. Так, для заправочки. У нас есть лекарство, сразу же это съедаем и движемся. Вот я раньше не помню, замечал или нет, но вот такой, знаете, как старый бабушкин ковер. Вот такая вот текстура. Она неплохая, но довольно забавно сделана. Знаете, такой вот лиственный покров я бы даже назвал. Про тесселяцию в камнях я вам тоже уже рассказывал в одной серии, поэтому не будем повторяться. Погнали далее. Помимо графических улучшений в настройках в самом начале игры, до захода именно в саму игру, можно выбрать разрешение текстур именно моделей. Там есть обычный, необычный. Здорово! Здоровки, любимый варан, иди сюда. Так, теперь, кстати, в инвентаре и с собой вообще можно носить по 3 тушки варана и по 3 тушки зайца.
Вот это то, что я сейчас по памяти помню, сейчас будем зачитывать дальше. Эффекты ожога. Значит, яда и ожога, другие вредные, они теперь сбалансированы. А, то есть теперь, если вас контузит... Это что было? What the fuck? Подожди, родной мой, подожди. Крольчишки! Ебались! По-моему, это было спаривание крольчат, зайчат. Пофиг, кто они. Главное, что они делали это при нас. Это забавно. Так, значит, смотрите. Чтобы сделать целебную припарку, значит, нужно алоэ и цветки календулы. Это не цветки календулы. Спасибо Гуглу за то, что подсказал неботану, как это все называется, потому что я не разбираюсь в цветах, поэтому знаю только, как выглядит алоэ. А календула, это, знаете, такой, ну, не на ромашечку похоже, такой ярко-оранжевый цветок, он часто встречался у нас тут в лесу. Там, где не спит барсук, если он повесил свои яйца на сук. Так, ладно. С песнями и плясками мы движемся далее. Знаете, вот лес, если смотреть сейчас, он чем-то напоминает лес из Крайзиса. Первого даже, я бы сказал. Да, в глубине красиво. В глубине очень четко, найсово, но стоит поднять голову наверх, и ты видишь, как-то странно рассеивается свет. Мне это не нравится. Но это лично мои придирки уже, поэтому, может быть, а у кого-то нормально, несмотря на то, что я спрашивал в группе ВКонтакте у участников сообщества, они говорят, что у одних да, у одних нет, то есть у всех по-разному. Так, что это у нас такое? Тут ничего нет, хотел показать. Видите, прорисовка идет прямо на лету. А хотел показать воду, потому что она здесь изменилась, разработчики сделали воду лучше, ну и одновременно и хуже. В чем заключается ухудшение, я вам тоже расскажу и покажу. Так, здравствуй, дружик. Дружик, ёпт. Не знаю, что это за язык такой забавный. Ну, дружик, дружик-бобёр, например, да? Так, палка нам нужна, палочка. Вот, смотрите, вода. О чем я, собственно, и говорил. А мы подходим к воде. Что это такое? Тихо. Стоять. Да, я полюбуюсь этой забагованной водой. Потому что, как по мне, это баг. Смотрите, значит, какой-то, как будто она покрылась то ли инеем, то ли непонятно чем. А, это не из хорошо. Если я, например, сейчас нырну под воду, она становится как ни в чем не бывало. То есть становится такой же хорошей, как и была ранее. Вот такие вот, ребят, пироги. Я не знаю, с чем это связано. Графика стоит так же, как будто, знаете, без текстур. Такое впечатление. Либо это они что-то наколдовали с освещением, может быть, не знаю. Не знаю, не знаю. Если вы знаете решение, пишите либо в группе, есть специальная тема у нас в группе ВКонтакте, либо в комментариях под этим видео. Потому что если так смотреть, то в принципе довольно неплохо. Но опять же, к этому мы еще вернемся. Так, побежали дальше. Пока что у нас такая долгая прогулка, нам еще яхту найти нужно. А теперь, если я, например, подбираю мячик теннисный, я его 3 раза бросить уже не могу, это тоже пофиксили. Так что учтите. И пофиксили, когда вы бросаете мячики, то есть теперь главный герой... А смотрите еще раз издалека. Видно, как будто кадры упали, вон на воду надо свой взгляд, взор обратить. А видно, что оно как-то как гиф-анимация, знаете, не самого качественного варианта. Вот если я подхожу ближе, уже становится более-менее нормально. Например, вода сейчас, да, вот уже хоть есть белый этот налет, иней так называемый. А, но все равно вода стала лучше. Это заявлено разработчиками. Именно в патч-логе там. Так, давай. Забираем лут. А теперь можно с собой носить веревку. Можно носить с собой различные травы и прочее. Давайте посмотрим. Значит, лук мы не сможем пока сделать. А нам нужна палка, ткань и веревка. Веревку мы еще найдем в этой серии. А стрелы тоже не можем. Давайте сделаем факел. Нужно взять... Нет, неправильно. Вот так. И вот так. По идее, это якобы факел. Вот он у нас тут оказывается. Его можно сразу не заметить. Вот, факелочек. То есть это лучше, чем зажигалка. И это безопаснее, чем коктейль Молотова. Так, впереди, я не знаю, заметно или нет, но там что-то подглючивало как-то, как текстуры мерцали. Конечно, фейл. Ее можно драться. Ее можно драться, наш главный герой берется за то место, где горит именно все это дело, факел. То есть ожоги он не получает. Вот это я не знаю что. Это сейчас я заметил, раньше такого не наблюдал. Какие-то документы, бумаги. Хорошо, грибы. Грибочки можно есть. Некоторые, конечно, опасные, но тем не менее. Так, давайте я возьму вот это дело. Почему-то факел сразу выбрасывается. Видимо, он становится негодным, нет? Нет, это просто у нас элемент дюпа, ребят. Так, тут ничего вроде хорошего. Еще можно забрать палочку. Обугленные тела.
Забираем все, что мы тут видим. Так. Я помню, в свое время искал этот лагерь и долго не мог найти. Но, тем не менее, попалось и хорошо. Так, значит, что у нас еще есть? Эффект при падении дерева. Знаете, тот громкий звук такой, который сопровождался, когда уже эти бревна все падали. Теперь он, естественно, стал тише. И на нервы больше действовать не будет. Я не вижу календулу, кстати. Сколько мы с вами бегаем? Привет! Чё-то он как-то это самое засмущался. И очень долго тут стоял, так. Хочу заметить, как долго мы с вами перебирались, тюха. Не пофиксили. Не пофиксили этот глючок, и слава богу. Так, дружище мой хороший, где мы с тобой вышли? Это, по-моему, самая правая часть острова. Угу. Сейчас будем бежать по берегу, и буду дальше вам рассказывать, чего же тут интересного. Плюс на яхту забежим, посмотрим. Так, все это дело залутали. Тихо. Пожалуйста, не вот, видите, я кидаю мячик, нажимаю 3 раза, бросается только 1 раз. И это хорошо. Так, у нас есть ткань. А, хорошо, веревочку мы еще тоже найдем. Вот, видите, 3 варана. 3 варана и 3 зайца. Как-то вам не кажется, что тут какая-то сходка варанья, что ли? Ребят, что-то вас многовато. Птицы тут, и вараны, и зайцы. То есть человек, который сюда попал, он не пропадет никак. То есть с голоду вы не подохнете здесь. Хочу посмотреть, что здесь у нас. Так, и тут, кстати, в Форест есть такие лодки, где просто нет текстуры. Она просто такая, знаете, белого цвета. Текстуры, видимо, добавят потом, через 22 дня. Хорошо. Так, погнали. Вот, кстати, вода. Как заявляли разработчики, она стала якобы лучше. Но это факт, да. Это действительно так. Водичка стала приятней. Поправлен искусственный интеллект животных и мутантов. Исправлено странное поведение АИ. Аборигены теперь бегут на костер реже. То есть теперь они умирать хотят не так часто. Добавлены модели пассажира 2-го класса. Я так понимаю, видимо, в самолете, но, по-моему, в самолете мы ничего такого не видели. Так, тут ничего интересного. Все нормально. Я надеюсь, что яхта будет где-то здесь, и она прорисуется, потому что... Вижу радугу, отлично. Вот это чудо-юдо. Я помню, даже в ролике и у меня, и у дяди Жени было, мы удивлялись, what the fuck, мазафака. Женя даже предположил, что это, например, текстура птицы, обтянутая вот этой зеленой хренью и именуемая в этой игре водорослями. Ну, все возможно, потому что, как можно посмотреть, да, она летает, якобы парит над землей. А в мире я не знаю водорослей, которые могли бы так левитировать. Ну ладно, собрать я их не могу, хотя из водорослей можно было бы сделать что-то вкусное и полезное. Например, какой-нибудь мармелад, да? Давай, иди сюда. Вот, замечательно. Но здесь, я думаю, никаких изменений кардинальных нет. Все как было, так и осталось. Погнали. У нас еще сегодня очень много чего интересного. И пещеры посмотрим. И попробуем же сделать лук, наконец. Так, мне сейчас нужна яхта. Хотелось бы, конечно, ее заметить. Так, давайте заберем вот это. Пусть будет. А, кстати, птицы, конечно же. А чтобы делать стрелы для лука, нам же нужны птицы и перья их. Хорошая моя, ну иди сядь там, поклюй дерьмеца немножко. Так, сели. Хуяк! Вот, из них вылетают теперь очень много перьев. Они у нас оказываются вот здесь. А я не знаю, что за под ними такая подложка. Непонятно, может, глюк как текстуры, фиг его знает. У нас есть 5 штук. Этого как раз, по-моему, должно хватать, чтобы... Привет! Вот из мелких тоже выпадают перышки. Перышки. Хорошо, забираем. Стоять! Именем закона. Вот, отлично. Огромное количество перьев. Так, дружище, я помню тебя. Все это мы дело забираем. Так, значит что? Можно сделать бомбы. Здесь у нас денежки. Давайте посмотрим, температура какая у нас. 25 и 37. Я смотрю, что не особо оно как-то меняется. Хотя очень, честно говоря, надеялся, хоть что-то поменяют. Так, яхта. Что-то пока яхты не видать. Иногда, кстати, нужно заходить поглубже в море, чтобы так ее увидеть. Так, тут ничего. Ладно. У нас... О, я вижу клиента. Но чем мы будем его бить? Вот в чем вопрос. Давайте попробуем обычным. Блядь, их там много. Чё-то, ребят, там многовато. Ладно, хрен с тобой. Моя цель сейчас яхта. До аборигенов мы еще дойдем.
Интересно же пострелять из лука, например, по ним. Так. Тут вроде ничего. Писали, что попробуй удалить мод, ребят. Естественно, что после каждого нового обновления нужно все стирать. Моды в первую очередь. Так, а где же яхта? Это большой вопрос. Потому что я сейчас ее не вижу. Прыгать я пока, наверное, не буду. Так, аккуратненько давайте попробуем. А, вон она, там аж отреспаунилась. Я не сразу заметил даже. Хорошо. Ах ты ж мать твою, неужели пофиксили баг, когда мы нажимали правую кнопку мыши? Как же мне теперь-то жить с такими нововведениями? Так, забираем это дело. Я смотрю, что уже очень обильно стало темнеть, а это не есть хорошо. Также, ребят, давайте проверим касательно золотого топора, потому что многие говорили, что его якобы добавили... О, смотрите, он прямо здесь лежит. То есть его прямо здесь можно взять. А раньше мне приходилось прибегать к таким вот читерским методам. Надо было сзади обойти. Там никого нет? Сзади обойти, войти в текстуру, посмотреть, лежит ли он здесь. Вот так вот. Сейчас все гораздо проще. Они его просто положили рядом, чтобы вы не парились. Так-с, пока солнышко не село, надо успеть все сделать. Бежали. Бегей, бегом! Мне же нужно показать ребятам, как все делается. Кстати, стрелы, если я не ошибаюсь, то можно уже скрафтить, чтобы не томить. Для стрел нам нужны палка и 5 перьев. Палка. И раз, два, три, четыре, пять. Готово. Вот набор стрел. Значит, алоэ у меня нет. Веревки у меня тоже пока нет. Хорошо. Веревку можно найти в пещерах и в некоторых лагерях аборигенов. Для тех, кто вдруг не знает. А мы с вами почапали, поплыли. Сейчас посмотрим, что же добавили нового на яхту. Потому что с каждым дополнением разработчики добавляют или что-то убирают. Или оставляют какие-то сферы. Вот тут, кстати, еще один топор лежит. Значит, это правда, потому что в группе писали, что топор теперь есть на яхте. Вот, ребят, если кому надо, здесь и там, где я подобрал в том месте первоначально. Так, забираем все, что тут есть. Все, нам это очень пригодится. О, веревка! Тихо, веревка есть на яхте, я не знал, честно. Так, это было бы, конечно, очевидно, да, ведь паруса же надо эти как-то поднять. Ну, дай пройти, пожалуйста. Все, мы взяли веревку. Вот она у нас в инвентаре отображается. И сейчас мы сделаем с вами лук. Для этого нам нужна палка, нам нужна веревка и нужна ткань. Готово. Вот эти три ингредиента. Замечательно, вот готов у нас с вами лучок. Можно его взять. Вот такой вот замечательный лук. Практически как Лара Крофт какая-нибудь, не знаю. Вот. Чудненько. Можно натянуть тетиву. Вот так вот. Целиться, конечно, не очень удобно. Очень странная специфическая система стрельбы в этой игре. Непривычная по другим играм. Если вы хотите отпустить тетиву натянутую, нажимаем правую кнопку мыши, и главный герой не стреляет. Что тоже хорошо. Так-с. Ну что, ребят, побежали дальше. Веревку мы нашли. Нам нужны перья. Давайте попробуем. Вон перышко улетел. Тихо! Вот, забрал, отлично. Мне нужно попробовать убить хотя бы чайку. Они любят садиться на эту яхту. У меня руки иногда пропадают, это печалик. Ну что, бичи? Вот. Оно выше. Кстати, стрелы можно забирать. Мне иногда получалось некоторые стрелы забрать, если они в текстуре не застревали. Вот, я вроде как должен был попасть в птичку, но я смотрю, что... просто застряло, ведь. Вот такие вот стрелы, я не знаю, что можно ими убить, потому что наконечники-то как бы не острые, поэтому поразить цель, я не знаю, может оглушить как-то. Акулу можно убить? Давайте проверим. Акула! Почему-то мои стрелы просто застревают. Тихо, тихо, родная моя. Это что там за кубизм? Ребят, я не знаю, что это там за трэш, но я вижу какие-то странные текстуры, я не хочу туда лезть. А вот вам и обновление. Долгожданный лук. Все это дело застревает. Это печаль, конечно. Так, плывем отсюда. Сейчас поплывем. Но все-таки хочется как-то стрельнуть. Хотя бы, может, в аборигена попасть. Очень не помешало бы. Кажись, наш персонаж изрядно проголодался. Сейчас надо бы поесть что-нибудь. Если хоть живыми отсюда уйдем. Акул вроде нет. Все нормально. Так, что это такое? Камешки. Камешкам нам не нужен.
Так, что у нас есть? Батончики, давай, немножко батонов. Немножко газировки, чудненько, можно сделать так, так и вот так. То есть бомбы теперь не имеют глюка, раньше они пропадали. Я помню, в прошлой серии, по-моему, я хотел вам показать. И это дело имело привычку пропадать. Так, у меня пропала мелочь. У меня пропала мелочь, это печалька. Так. Здрасте. Вот, какой-то странный, какой-то ярко-оранжевый теперь кровавый дым от них появляется. Я хрен знает, что это такое. А раньше такого бага я не замечал. Акула по-прежнему двигается и воняет. Но этого у нее не занять, не забрать. Так, лутаемся. И как мы видим, уже наступила ночь. Значит, самое время идти в пещеры. Побежали. Добавлены также новые женские текстуры и вариации волос. Вот, смотрите. Впереди, я не знаю, заметно, нет. Но только что, вот, видите, то моргает, то не моргает. Вон какие-то белые, как айсберги в океане. У нас с вами скалы. Такое впечатление, что кто-то из аборигенов, знаете, нашел фонарик, в первый раз в жизни увидел его, и начинается такая светомузыка. Свистопляски, мать его. Такс. Очень раньше раздражал такой момент, например, когда... Блять, это, по-моему, уже реально свет. Это, по-моему, не луна уже? И луна? Я бы с удовольствием достал лук... Ох ты же, мать твою, это что такое? А почему у меня все черное? Это было печально. Так, давайте вот так сделаем. Знаете, честно скажу, по-моему, до одного места, что я факел зажег, что не зажег. Прям тьма тьмущая, реально очень темно. А себе постройку я сделать, естественно, не успел, поэтому... Вот такие вот пироги, ребят. Я надеюсь, что скоро ночь уже как-то станет поярче, луна выйдет. Нормально уже будет все это освещать. Такс. Да, говнецо, конечно, то еще ночью бегать. Можно, конечно, сейчас немножко потратить времени и построить себе временное пристанище. Кстати, тут у нас очень много бывает монеток разбросано. Особенно на берегу, я помню. По-моему, в этом обновлении мухи стали ярче. То есть теперь мы четко знаем, что над акулой парят мухи и пытаются этим делом как-то полакомиться, да? О, вот мы забрали монеты. Так, значит, мне нужно вот это, и готова еще одна бомба. Чудесно. Инвентарь очень стал обильным, на самом деле. Я не знаю, куда больше тут что-то складывать, но, по-моему, заняты все ячейки. Так, торч. Здесь у нас, кстати, перышки и должны быть батарейки. Батарейки теперь можно, наконец, менять фонарики. Хвала Иисусу, теперь это делать стало реальным. Это слава богу, ребят, действительно. Такс, ну вроде как посветлело, слава богу. Давайте соберем немножко веточек. И поставим себе временную хибарку. Так, нам не надо. Мы вроде как замерзаем, но я смотрю, что не особо это влияет. Поэтому вот как-то так даже. Что, по-моему, кто-то закряхтел. Что это было? Твою мать. Ладно. Что касательно крафта. Книга крафта. Давайте смотреть. Какие-то стали непонятные вот эти вот текстурки все. А какой-то не такой оттенок неприятный стал. Так, это мы знаем. Хорошо, значит, мне нужно что? Временное убежище. Вот такое вот. Как обычно, я его ставлю здесь. Вот тут вот. Готово. Творческим модом это делалось все намного проще, намного круче. Так, ладно, погнали искать дальше. Рубим все это дерево, все это дело. Так, тихо, кто-то где-то пыхтит, слышу, но пока что не вижу. Как-то все странно стало, знаете, как-то не очень естественно. Посмотрите, границы, например, на горизонте. Не плавненько, не есть круто. Так. Так, ну что, ребята, я подсобрал палочки, сейчас мы это дело построим. Чудненько. Борька, ты там как, нормально? Все у тебя хорошо, по-моему. Что это, Бузи? Очень много всего раскидано, это, конечно, замечательно, но я предлагаю поспать. Поспать, чтобы было хотя бы раннее... Ох ты ж, как хорошо! Хотел сказать раннее утро, но нет. Слава богу, хорошая погода. Даже прекрасная, я бы сказал.
Как тебе там лежится-то, нормально? Охраняй мое это самое место, спальня, я пошел смотреть, чем мы тут еще заняться. А, значит что, стрелы мы сделали, факел мы делали, целебная припарка, алоэ и цветки календулы. Прилагаю... Отлично. Все это дело мы забираем. Предлагаю углубиться немножко в лес и поискать то самое растение. Значит, алоэ. Что-то я пока не наблюдал. Здесь не алоэ. Сколько мы с вами бегаем. Так. Потому что если мы пойдем сейчас в пещеры, как я обещал, то, скорее всего, потом мы оттуда уже не выйдем. Красиво, согласен. Вот эти эффекты, когда солнышко выходит, это все очень классно. Но... Блядь. Твою же мать, а? Нарвался на ублюдков. Кстати, а пистолета-то не было. Хочу заметить. Пистолета-то сигнального не было на лодке-то этой. Поэтому вот такие вот пироги. Так. Я слышу какие-то странные звуки, как будто пытаются то ли сверху обкидывать, то ли еще что-то. Знаете, идите вы в жопу все. Я ищу календулу. Меня вообще мало что должно волновать здесь. А календула... Это ветер? Действительно, ребят, это ветер шумит так слышно отчетливо. Текс. Календула. Календула. Вместе с алоэ, Вера. Где же вы сиделись-то? Так, вот, видите, по крайней мере, хоть немножко лута нашли. Уже хорошо. Уже прекрасно. Так, что это за красивый цветочек у нас? Можно его сорвать? Можно, но нам нужен совершенно другого цвета. Это все не то, ребят. Это все абсолютно не то. Календула у нас имеет цвет такой, как я говорил, ярко-оранжевый. То есть это будет заметно практически сразу. Так, там лагерек. Пойдем поглядим. Вот она. А, это грибы. Твою же мать. Я уже обрадовался, подумал, что это наша любимая календула. Пока что ничего такого интересного я не вижу. Надеюсь, что за эту серию хотя бы мы найдем. Так, тут очень много трупов, хочу заметить. Один, второй в камне застрял. Что еще у нас? А мы тут были. Мы вернулись с вами просто назад. Печалька. Ладно. Так, ладно, еще немножко побегаем, посмотрим. Не найдем, так фиг с ней уже. Лечебную эту хрень будем уже делать, наверное, в следующий раз. Поэтому у нас еще пещеры сегодня. По расписанию посмотрим, как что там, потому что разработчики в каждом обновлении обещают, что пещеры в этот раз мы точно улучшим. Вы не будете проваливаться, не будете застревать. А главное, что вы все будете видеть. Чё-то, ребят, я не вижу ничего полезного. Хотя мы довольно много с вами уже оббегали. Так-с. Да, красота, согласен, круто. Прикольно. В графическом плане, конечно, если чуть-чуть доработать, чтобы не было артефактов разного рода, все будет прекрасно. Что-то, ребят, нам не повезло с вами на календулу и на алоэ, хотя раньше, я помню, находил это дело. А может, оно есть у меня, может, я подобрал? Так, ничего полезного я не вижу. Это хреново, конечно. Так, значит, палка и перья. Давайте сделаем немножко стрел. Готовы. Пускай будет. Это добро нам всегда пригодится. Так, ну тут искать, я думаю, тоже резона нет. Ты календула? Нет, ты просто низкополигональная травичка. Окейушки. Так, забираем это дело. Еще чуть-чуть, и я бы, наверное, помер. Замечательно. Все это дело выбрасываем. И чешем уже целенаправленно. Можно даже достать лук. Вот такой вот лучок. Можно его рассмотреть поподробнее, более детально. И тень у него тоже нормальная, то есть все это просвечивается, все рисуется, все замечательно. Так, хотелось бы хоть что-то до кого-то убить. Давайте попробуем чайку. Так, выше взяли. Что-то, а могу я подобрать стрелу-то? У меня, честно скажу, один раз получилось. А подбирать ее? Вот чайка вообще сквозь землю пролетела. Нормально, все нормально. Это у нас Форест, удивляться тут нечего. Так-с. Также, конечно же, это напомнило Раст, но в Расте это намного-намного интереснее сделано. А в том плане, что там четко можно рассчитать, как стрелять. Лично мне это даже нравилось. А здесь, ну,
надеюсь, что доработают механику стрельбы. Так, хорошие мои, а ну-ка сели. Дядюшка Брейн попробует. Вроде ж попал, нет? Какого черта? Так, она берет выше, я понял. Сейчас надо еще пониже. Готово! Да, мадафака! Отлично, мы в нее попали. Первый раз 3 стрелы для этого потратили. Замечательно. А, но вот забрать ее не получается. А очень хотелось бы. Ребят, если вам реально очень повезет, то чайку вы убьете. Не знаю, как с аборигеном, давайте сейчас зайдем уже наконец-то в эти пещеры и проверим лично. Конечно, хотелось бы во время светлого такого вот времени суток это все проверить. Но если пещера, так пещера, хер с ней. Так-с. Улучшенные шейдеры воды. Да-да-да, я вижу улучшенные ваши шейдеры. Так улучшили, ёпта, что хоть стой, хоть падай. Так, заходим. Надеюсь, не затоплена будешь. Или затоплена. Вот говно, не видно нихера. Так, включаем. Что происходит? Так, слава богу, по крайней мере, можно ходить. Можно нормально зайти. И я думаю, что... А, ты у нас не можешь целиться. А, и держать... Понятно. Ну, действительно, это было бы предсказуемо, да? Так, что мы можем сделать, ребят? Давайте я кину пару флейров. Бросай. Вот такое вот освещение, честно, мне не нравится. Я не понимаю, что это они тут намутили. А, оно какое-то чрезмерно алое получается. Ну, мне лично не нравится. Кстати, совсем забыл. Теперь в пещере-то можно найти налобный фонарик. Вопрос только в том, где его искать и в какой из пещер. Тихо, тихо, родной. Подожди, блин, подожди, сучёныш. Твой мудак. Блин, неужели не попал? Да ладно. Слушайте, по-моему, не попадает нихера. Эй, родной мой, ты куда побежал? О, он идеальная цель сейчас. Давайте хоть проверим, может, вот так получится. По-моему, нихера не получается. Мало того, что какой-то идиотский звук. У меня не получается даже сблизи попасть. Потому что это выглядит просто как анонизм без рук, ребят. Ладно. А хоть топориком-то тебя можно загандошить? Нет, по-моему, это уже кадр, знаете, потерянный. Так-с, я очень хочу верить, что здесь у нас... Блять, какое все красное, а? Ну, не было ж такого раньше. Привет. О, видите, он отодвинул стол, это хорошо, наверное. Хера! Во-во-во-во, родной, подожди. Тихо, лечись. Что-то какой-то вакханейшн происходит. Тихо, чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу-чу. Тю-тю, ёпта. Тю-тю, ёпта. Вы же там пофиксили, что вы не безумные теперь ублюдки. Так, ешь, жри. Жуй орбит, да? Что, блядь, происходит? Я не знаю, ребят. Хуя, чего, давай? Вот, молодец. Малорик. Молодчик, блядь. О, наш персонаж стал как-то медленно делать блоки и прочий трэш. Это, по-моему, совсем садом какой-то. Мне бы сигнальную ракету найти не помешало бы. Так, подожди, родной мой. Дай я хоть посмотрю-то, поищу, что тут есть. Так, тряпки, ноутбук. Не знаю, что вы там делали с ноутбуком. Тихо. Тихо стоять, это что? Бутылки, бузи. Это что такое? А, это перевернуто. Ребят, честно, не знаю, где тут что искать. Лута много. Врагов тоже, хоть жопой жуй. Жди, подожди, подожди. Тихо. Тихо. Так, у меня мало жизни. Я смотрю, что этот супер золотой топор как-то не особо помогает. Так, они вроде пока зависли. Давайте быстро. Раз, два, три. Раз, два, три. И раз, два, три. На, сучёныш. Ох, вы мне жизнь попортили, конечно. Вон веревка висит, кстати. Как я и говорил, можно идти это здесь. Вон топор еще справа. Так, ну огонь реально стал красивее. То есть эффекты, они, по-моему, то ли блюма этого, то ли блюра, HDR и прочее, оно реально выглядит красиво. Неужели мы все выкинули? Да, еще раз. Прыжок. Ой, блядь! Какого хрена? Вот ты дебилка-то картонная, как же ты умудрился-то так бросить? Ладно. Твоих дружков-то
Вот, наконец-то, они теперь не просто застревают. Ты же мать твою! Давай теперь как на Ивана Купала будем прыгать через это самое, через костер. Чё ты не особо, я смотрю, реагируешь, братильник? Как насчет бомбы? Вот это хорошо. Ох, сейчас бомбанет, наверное. Не, ни херашечки. Ребят, что-то я не знаю, сработало, не сработало. Хрен его там знает. Надо факел хотя бы зажечь. Смотрите, от факела никакого толка нет. Он ни хрена не освещает. Так, заберем все, что тут есть. Налобный фонарик, я, честно говоря, не знаю, где его можно найти. Кстати, столы можно двигать. Нифига себе, вот это круто, вот это обновление. Столы можно двигать. Так-с, очень темно. У меня хоть что-нибудь есть, флэр какой-нибудь? Нет? Давай, дружок, кидай. Это хоть как-то прояснит ситуацию. Чё-то, ребят, я не вижу, чтоб тут где-то налобный фонарик был. Так. Просто кучка трупов. Ты у нас, скорее всего, мертв, видимо, бомба тебя задела. Так, с монетки, это ж... О, сигнальный пистолет, слава богу, хоть что-то. Хоть какая-то маломальская польза, это что такое? Я не знаю, но это похоже на пилота, если честно. Вот это да. Так, ладно. Ладно, ребят, давайте, наверное, тут сделаем перерывчик. Это что за чудо-юдо? Это что, печь? Что это такое? Я не знаю, что они сюда приволокли, и знать, честно говоря, не особо хочу. Я думаю, здесь мы закончим, и, может быть, по настроению продолжим уже в следующий раз. Это было обновление Фореста версии 0.0.5, и я старался показать все, что здесь интересного нашел. Все, ребята, пока-пока.